Преподаватели и студенты Керченского государственного морского технологического университета с утра, как обычно, пришли в учебное заведение. Кто-то для получения знаний, другие, чтобы поделиться своим опытом. Но этот день начался совсем необычно, с дружественного обнимания. В рамках проведения всероссийской акции «Обними свой университет», которая уже стала традицией, во многих учебных заведениях нашей страны провели такой добрый флешмоб. В этом году присоединился к акции и КГМТУ. Перед центральным корпусом университета выстроилось около 700 человек, среди которых были очники и заочники, проректор, преподаватели, сотрудники бухгалтерии и все, кто любит свой КГМТУ. Скажем, что это очень правильная акция, ведь получить перед началом трудного, буднего дня столько позитивного заряда энергии, столько эмоций и добра не каждому удается. Актив университета раскрыл тайну, что это далеко не последняя акция, и в шкатулке КГМТУ еще много интересного, но об этом мы расскажем в другой раз.